Én ezt sem. Nem tudom, de remélem nem ez lesz körülötte az egész városban ez a minden sarkat forduló. Mi ez itt? Ez... Hát ez a, ez, ez a lakunk. Ez az egyetem, vagy ez a... Nem, ez az izé. Ez az izé. Kollégium. Ja. Na, szóval... Ez a frankó kis helyünk lesz. Tak. Slides. Mennyit utaztunk? Hány órát? Hát, milyen hát? De nem, úgy jó, értem, hogy... Ja, várás is sem. Hát úgy mindennel együtt, persze. Én szerintem az volt egy 6 óra. Hát, mi hajnali egykor indultunk, beleszámítjuk, hogy kb. Olyan 2-3 között értünk ide, ottani idő szerint, az olyan 12 óra. Hát az a lényeg, hogy itt vagyunk. Na, igen. Hát, mindjárt beljebb megyünk. Azt mondja, hogy... Nem tudjuk pontosan, hogy hány országból jöttek? Hát csapatok? Jöttek a most velünk jöttek a belgák, meg az ausztrálok. Körülbelül ők is 10-10. Németek, osztrákok, hollandok. Hát ja, szóval ez a mai nap egy szabad nap, úgyis későn értünk ide. Szóval... Mindjárt vacsora. Hát most már annyi se. Akkor így megyünk? Nem, van nálad van a kulcs, nem? Igen. Na hát akkor lepakolunk. De menj csak előre. Jöjjet. Na, ha minden igaz, itt lesz valahol majd a vacsora. Meg minden étkezés. Aha. Jó. Jaj, lépcsőzhetünk, mert az elsőre nem működik a lift. Ó, az ötödik emelet. Íme. Ez konyha? Ja, már felfedeztem. Van benne vízforraló, szóval lehet instant leveseket csinálni. Te, vigyészed, vetszed vesz majd. Na, és a komnata. Te, cvétlő. Lána. Csász, vagy, ha, volt. Hát kell váljon dvér. Észli, hát królom. Daj. Volt más a komnata? Ott smetríte. Oj, как хорошо. Holnap. Tak. Idem na ужин. Tady je full trash, hej? Да. Человек и границы города. И вот мы с вами как бы из загородной части попадать сейчас будем уже в центральную часть Санкт-Петербурга. Вот она, река Фонтанка. Вы сегодня по ней будете плавать на кораблике. В 5 часов, как я вам уже говорила. Вот он, Аничков мост. Один из красивейших мостов через Фонтанку. И посмотрите, скульптурные композиции. Укротители коней символизируют украшение человеком стихии. Петр Барон Клод установил эти статуи, здесь создали. Он их создал, они здесь были установлены. И здесь до первой половины 19 века существовал так называемый пост, в общем-то, на котором проверяли
всякого въезжающего сюда в город, всех злонамеренных людей, как тогда говорили. Мы с вами увидим все три театра во время нашей обзорной с вами экскурсии самых главных тогда на вторую половину 19 века. Вот один из них. Посмотрите, пожалуйста, слева. Александринский театр Карл Иванович Русси и памятник, единственный памятник в Санкт-Петербурге императрице Екатерины II. Екатерина II сама себе памятник создала, только создав памятник Петру I. Мы его увидим позже. В основном здесь работали иностранные архитекторы, дорогие друзья. Но это именно тот самый случай, когда работал русский архитектор, бывший крепостной граф Строганова Андрей Воронихин. И собор создавался, вообще был задуман еще императором Павлом I. И задумывался как триумф русской славы. Он хотел, чтобы здесь были только русские строительные материалы. И он строился из пудожского камня. Местечко Пудость у нас недалеко есть от Санкт-Петербурга. Здесь только русские работные люди работали. Жили неподалеку здесь, на Конюшенной площади. И, конечно же, Андрей Воронихин, русский архитектор. 1811 год. Посмотрите, какая красивейшая колоннада. Должен был напоминать собор Святого Петра в Риме, собор Святого Павла в Лондоне, что, собственно, и удалось сделать. Ebéd után. Hamarosan kezdetét vezetheti a idegenvezetés. Szóval induljunk. Компании пацанов, я в кафе Еще нет. Пошли дальше. Ой. Камера батарея. Полертунг.
Hány lépcsőfok volt? Nem számom, szerintem nem számolt a semmi. De föl volt festve a lépcsők. Valami 129 volt, biztos, amit láttam. Annál biztos, hogy több volt. És hány méteren vagyunk? Valami 114. Na, az frankó. Na, jól van. Na, csak elkezdte a végére venni. Francba. Na, nap utolsó programja. És kommenteled is az egészet? Aha, össze lesz vágva a végén. De basszus meg. Aha. De biztos fogunk. Oj. Privet. Privet. De aztán ki tudja. Ez a csúnya fal, hát szerintem. Jó, nem, majd kiderül holnap. Én szerintem nem. Na. Jó. Megjöttünk a második nap első állomására, szépen elázunk. Hova jöttünk amúgy? De jó, az esőtől helyre bemenekültünk. Ben vagyunk. Igen, akkor ki még mindig esik. Бумажные банкноты в Москве. Так, сейчас мы идем кушать. Второй день. Мы фоткали сейчас. Очень красиво вообще. Так, ладно, идем кушать. Все, megérkeztünk az Ermitásba, ami ez a zöld épület. De bent úgy sem fogok tudni videózni, ha csak nem fizetek jó sokat. Szóval ezt most kihagyjuk. De azért kíváncsi leszek ilyen belülről. Szép kis tér amúgy. Tehát ez a Ermitásnak a belső része. Most végeztünk. Hát egy órát bent voltunk. De iPhone-nal tudtam csinálni képeket. Szóval ott megvannak. Na, találkozunk holnap.
Добрый день всем. Это третий день. Мы приехали в город Пушкин. И это первое место. И место называется. Все, поехали. Для чего? Как? Для ее внуков, для великих людей. А Екатерина II последний год в своей жизни очень плохо ходила, у нее были больные ноги. И чтобы избегать лестниц, вот так вот, смотрите, как же соединяет Екатерина. Слово. Вегастинка. Эши. Я. Магнистик. Холиш лакот Пушкин, Мичинет, стб. Шмушт. Aztán parkba megyünk, utána ebéd. És hamarosan megint elmos minket az eső szerintem. Szóval találkozunk. A másik grupa jött. Tehát megebédeltünk, és egy ilyen gyönyörű parkba jöttünk, ahova mondjuk fizetni kellett, nem értem a logikát, de... De hát jól van. Gondola. Hamarosan megyünk a mai nap utolsó állomására. Hamarosan lemerülök, szóval sietnem kell. Доброе утро всем. Это четвертый день, почти 10 часов. И мы приехали на первое место. Так. Megnézzünk egy dokumentumfilmet, és szóval menjünk be. Так, сейчас смотри, смотрите, что я нашел. Templom, igen. Templom. A templom mögött. Nézzétek, mit találtam. Tehát ez egy ilyen. Tegnapi este nagyon jól sikerült, így kicsit álmosak vagyunk, de a rövid nap elleni, rövid nap. Való tekintettel szerintem nem lesz gond. Ó, a cmetétje. Ó.
Их практически нет, они были все демонтированы. Ну а вот, вот этот остался памятник Ленину и еще у финляндского вокзала. На финляндский вокзал Ленин приехал для того, чтобы руководить вот тем самым Октябрьским переворотом, революцией 1917 года. Вот памятник у нас Ленину, вот тот самый Дом Советов. Давайте не проскочим, чтобы магазин эстафета. Kis kóvágás után megtaláltuk azt a múzeumot és könyvtárat, ahova menni akarunk. Hamarosan ebéd, aztán megyünk is, aztán vissza. Привет! Все, фотографировал, посмотри, уже дома. Просто знал. Добрый вечер всем. Ez a nap is elérkezett. A negyedik nap estéje. Egy esti kiruccanás a városba. Most éjfél múlott, és elvileg hajnali 3-ig fogunk benne lenni a városban.
Szóval... érdekes lesz. Más autóbusz? No hát... Вот Нева. Она у города только есть. Если рекламируем. Здесь это будет, да? Will it all be here? А ты говоришь по-английски? Здесь все будет говорить? Не знаю. Ria, Hungary. Привет. Зато не дам тебе съемку снять нормально. Все, три человека, вообще супергерой хреном. Hello. Ой. Nem mutatom, állj meg! Ezt csináltam. Zsenyi, prehozi mimo tablicski номер 2. Проигнорировали этот мост. Elég gyorsan haladunk. Az egész csoport el van szakadozva. Fél kettő van. Azt hiszem most már. A körül lehet a város nagyon szép. Így este gyönyörű. Viszont arra tekintettem, hogy holnap. Korán kelünk. Körülbelül olyan fél kilenckor legkésőbb. Ezzel sokat nem fogunk valami, és elég fáradtak leszünk a holnapi nap, holnap Petergovban vagyunk, egész napos kiruccanásra. Лицию! Лицию мне! А рейп не знаете? За!
Горя, загоря, смотри. Отлично вообще. Ой, мороз, что еще? Конь любе. Бременских музыкантов. Бременских музыкантов. А кто-нибудь смотрел бременских музыкантов? Да. Да? Точно? Да. А хотя бы кто-нибудь. Да, да, да. Да, да. Come on. Мы главное смотреть туда, можем петь вместе, смотреть туда. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзья по белу свету. И как уже не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Наш ковер сочная поляна, наши стены сосны великаны, наши хребост пошел, небо молодое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Подходите сюда! Ой, я петь хочу! Да не, ладно! Луч солнца золотого, ну, вот вспоминай! Тьмы скрыла пелена сердце, остановилось мое сердце, занялось мое сердце, остановилось мое сердце, просыпаемся вместе, даже если уснули. Эх, в разных комнатах мы идем ставить кофе. Понравился в рэпсе, кофе сбежал под отель. Сохни мое сердце, остановилось мое сердце. Замерло мое сердце, остановилось мое сердце. Может быть, ты не стала звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье, у тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни Оля, ни Басков не выдвигался на Оскар, француз не забивал. Моя нет такого количества баксов, но задернуты шторы и разложен диван, и мои все. Остановилось мое сердце, замерло мое сердце, остановилось мое сердце. Нужно пением поднять мост и то, что многим даже не снилось, и не являлось под кайфом, и не стучало стекло, а мое сердце остановилось, ветер в сердце, а дышалось немного,
съездила на ночную экскурсию. Давай, давай. Посмотрела на мосты. И снова пошло и мое сердце. Остановилось мое сердце. Замерло мое сердце. Красный цвет. Остановилось мое сердце. Reggelt, ötödik nap, Petergófba indulunk, ha minden igaz, ez még nem Petergóf, Prüvjec. Egész napot ott fogjuk tölteni, rezidenciákat nézünk, meg múzeumokba megyünk, stb. És ami nagyon fontos még, hogy hamar végzünk, 4 óra fele már otthon leszünk, viszont az eső ellenünk, amit az időjárás ellenünk van, szóval reménykedhetünk, hogy nem fogunk szarrázni. Igen? Nem. Там есть внизу кафе, там есть всякие домики, оранжереи, в частности, вы к бушководам вопросы сразу своим задаете. А сейчас, чтобы не мог, чтобы не мог стоять под крышей, пойдем в парк. А, ну ладно, ладно. Первый проходим. Может, ну чего? Дальше поехали. И это второй. Ага. И это третий. Отлично. Так. Дождь пошел. Везде. Снимать не будем. Вот та самая просторная площадь в парке напоминает собой развернутый веер. Мы с вами встали в основании этого веера у подножия каскада драконов. Посмотрите, 3 дракона на вершине охраняют подгрот. Почему они здесь присутствуют? Петергоф связан с морем, а дракон – это хранитель воды и ее хозяин. В некоторых странах древности драконам приносили страшные жертвы. Например, в Китае периодически самых красивых девушек бросали в воды Хуанхэ, как в жертву дракону, чтобы добиться блага расположения. Первые же петергофские повелители воды были вырезаны из дерева, еще при Анианове, по моделям Карла Оспера, и раскрашенные. Позже появились святые при Александре II, без насосов, самотеком. Если кто-то не понимает по-русски,
по-русски, я по-французски говорю, что «c'est long la France, de вас коммуникалы», по-русски. Вот, то есть «Пару кульмана тюрей». Значит, ну, первые годы здесь работали три иностранных архитектора, они строили первые дворцы и первые фонтаны. Это были немец Браунштейн, итальянец Микетти и француз Лебон. Причем Лебон был учеником создателя самого Версаля. Поэтому изначально он хотел, как и Версале, поднимать воду при помощи механизмов, приводимых в движение лошадьми. Но это было слишком дорого. Влад, на ту сторону иди. Давай, включай видеосъемку. Изначально в этом большом пруду разводили осетров, привозимых с Волги. И тем не менее, они выдержали и испытания временем, и удары наводнений, и даже тяготы войны. То есть единственный дворец, который чудом сохранился с петровских времен. В центре находится парадный зал. Его подчеркивает высокая крыша. Идем, Бэль. Ах, она видит. Ну, желай. Идем с вами дальше. О, выходим на залив. Играю, да, это зашли. Кичит это нам. Собрал правым кубочным делом. Там будем два там воина. Ой, белочки, смотрите, белочки такие. Тихо, только не кричите, но вон есть белочки, видите? Тихонечко. Сейчас вы сможете подойти к террасе, оттуда открывается вид. Море, море. Вы можете подойти к террасе, через 2 минуты мы отсюда уходим. Доброе утро всем. Какой сегодня день? Ой, ой. Омега цар. Ура, я тебе дойти до меня. У того, что это декнап, если сам. Érdekes lesz ez a mai. Царица на поле боя. И ее точность и дальность все-таки превосходит реактивную артиллерию. Вот. Поэтому, несмотря на большое количество выпущенных пусковых установок, все равно они выступают нарезной артиллерии пока что. Были вот такие пусковые установки калибра 300 мм, воронка до 2 метров в глубину, до 8 метров в ширину, получается, от такого снаряда 300 мм.
калибра 300 мм. Запускали, вот с такой пусковых установок. Большая часть винтовок израильских была побрита за ночь. И они потом снимали на свой горе, который был сделан на основе этого товара. Вы знаете почему? Потому что великолепные гвардейские побрита на основе, это обстоятельно за работу после этого пустыня. Перегревался, перегревался. Да. Было так, но сейчас вот последние разработки там, да, очень были какие-то такие серьезные. И наш... В космос пока не летят, в любом случае. Ну, в космос. Да, а мы летим, смотрите, да. Какая у нас ситуация. У нас здесь следующая ситуация. Мы говорили с вами о ракетах с нажимом топлива в 30-е годы, но работы над ними остановились. Почему? Началась война, и все экспериментальные работы свернулись или почти свернулись. Снова вернулись к теме развития ракет на жидком топливе в конце войны. 45-й год, обнаружены заводы по производству немецких. Первый образец Калашникова, который был, выиграл конкурс, вот он перед вами, АК-47 номер один. Вот Калашников выиграл очень серьезное конкурсное состязание. 16 чертежей, 16 конструкторов подавали чертежи, да, на участие в этом конкурсе, причем очень много опытных. И пройдя много туров, именно Калашников выигрывает это сложное состязание со своим автоматом. В 49-м году... Átjöttünk a másik zába. Valószínűleg nem érünk a végére, mert hamarosan megyünk. Itt egy
Вот эта квартира, да, она действительно стерильная, участница второго аэропорта по ходу Петра Ильича. Я зарытый. Köszönöm, mert teszem ide, és így is tudok kamerázni vele. Jaj, de undorító. Aha, hát mindig kihajtottam eddig. LOL. Hát ez csak, hogy mai napunk utolsó állomás, és egyben a legesleg utolsó is. Temető? Azt hiszem. Egy órát jöttünk a múzeumból, ahol nem készült videó, csak kép, mert annyira unalmas volt és érdektelem. Ott. Csak legalább ilyenek lesznek, mint ez a kettő. Vagy jobbak talán, nem tudom már, mondjuk mindig általában legjobbakkal kezdik. És akkor üzletem még mellettem. Hát azért csak nem. Reméljük meg. Virág. Szovetocsak. Это было Санкт-Петербург. Меня зовут Мартин. Пока!